Здравствуйте, дорогие друзья! Рада приветствовать вас на нашем виноградном канале. В сегодняшнем видео покажем, что у нас выросло. Сегодня 7 сентября, и уже, собственно, время показывать результаты, время снимать урожай. Поэтому все вам покажем и расскажем. И тема наша – это столовые сорта. Ну, как видите, сразу я нахожусь возле куста. Здесь у нас оладин. Такой прекрасный сорт винограда. Как видите, сорт очень красивый. Ягода довольно крупная, вот по сравнению с моим пальцем. И гроздь крупная. Ягода сочная и тяжелая. Ну, это гроздь грамм 400-500, а может быть даже и 600 зависит. Потом, конечно, покажем на весах, но видно, что она большая и крупная. В этом году выдавал 4 соцветия на побег. Мы оставили только 2. Куст молодой, это его первое полноценное плодоношение. Ну, здесь у него где-то 1,5 метра всего лишь шпалеры. В принципе, можно в следующем году нагружать больше. То есть сейчас мы снимем с него, я думаю, 10 кг, но в дальнейшем можно нагружать, нагружать и нагружать. Он эту нагрузку вытянет. И даже при, казалось бы, не очень большом размере грозди, но если тут будет их оставлять не 2 даже, а 3, то вы получите прекраснейший результат. При этом, что еще хотелось бы отметить для данного сорта? Кроме вот этой красоты, прекрасный вкус, хрустящая сочная ягода, такой очень хороший баланс сахара и кислоты, нет вот этой приторности, нет оскомины от кислоты. То есть идеальный баланс и не болеет. Его не едят осы, он не трещит. Ну, вообще, с ним никаких проблем. Грубо говоря, последил, ну, минимальный уход и забыл. И только получаю вот такую вот красоту. Здесь у нас кишмиш запорожский. Тоже это его второе плодоношение. В прошлом году была сигналка, вот в этом году уже более-менее какой-то результат. Ну, вот смотрите, гроздь в моей руке. То есть шикарная крупная гроздь, шикарная крупная ягода. Ягода уже давно готова. Помним, что это кишмиш, он без косточки. Ну, попадаются иногда мелкие рудименты, но это настолько незначительно. Прекрасный вкус, ягодка хрустящая. И смотрите, вот этот сорт, он может довольно долго на кусте висеть. Повторюсь, что он уже давно готов. И некоторые ягодки начинают заизюмливаться. То есть они не портятся, они не гниют, они не плесневеют. А прекрасно хранятся на кусте. А вы уже можете его использовать либо для еды, ну, либо даже сделать изюм, если захотите. По весу, ну, наверное, сложно сказать. Это надо укладывать на весы, смотреть. По нагрузке тоже вот здесь 2 грозди на побег. Ну, надо смотреть, потому что данный сорт склонен к перегрузкам ввиду своих больших гроздей. Поэтому вот этот момент надо учитывать при выращивании данного сорта с Викторией. Смотрите, какая чудесная гроздь. Вот сегодня у нас 7 сентября, уже все готово. Имеет потрясающий мускатный аромат. Ягодка такая с тонкой, приятной шкуркой, с очень сочной мягкой. Мякотью, и, конечно, но она очень-очень вкусная за счет вот этих ароматов. Ну, собственно, это гроздь. Я думаю, что грамм на 400 точно потянет, а может быть и больше. Но что гроздь плотная, ягоды, повторюсь, они очень сочные, поэтому имеют большой вес. Что характерно для данного сорта, ну вот можно посмотреть. Очень мелкий лист, и она обладает небольшой силой роста. Не особо за ней там надо нормировки, вот, формировки по поводу пасынков, зеленых операций. То есть она не загущается, но при этом выдает вот такие вот хорошие, красивые грозди и, в общем-то, и хороший урожай. Хотя в начале сезона, конечно, бывает страшно, думаешь, ну что из этого будет. На самом деле будет, вот эта особенность данного сорта. Еще один нюанс, связанный с Викторией. Виктория – это женский сорт винограда, но, несмотря на это, посмотрите, она прекрасно опыляется. Это у нас у нее, наверное, второе или третье плодоношение. И вот
невзирая на тот факт, что это женский сорт, посмотрите, все ягодки хорошие, крупные и хорошо она опыляется каждый год. Несмотря на погодные условия, несмотря на какие-то катаклизмы, в этом плане она очень-очень стабильна. Это у нас Аркадия, я вам уже ее показывала недели две назад, рассказывала, что уже тогда ее можно было есть. Теперь ее тем более можно есть, чем больше она висит, тем больше она набирает аромата. И для Аркадии характерно то, что при полном созревании она имеет легкий мускат. Посмотрите, какая гроздь. То есть я думаю, что эта гроздь уже за килограмм перевалит. И в принципе большинство гроздей на этом кусте, они приблизительно вот такой кондиции. Ну там может быть чуть-чуть меньше. Нагрузка порядка 20 гроздей на куст. И это ее первое полноценное плодоношение. В прошлом году была сигналка. Ну даже сигналка была, мы показывали, ну где-то вот такая. Крупная ягода, вкусная ягода, хорошая ягода и урожай, конечно, тоже великолепный. Старый проверенный сорт, всем известный. Никаких особых проблем не создает, а только радует своим результатом. Для первого полноценного плодоношения та нагрузка, которую мы оставили, она довольно большая. Но труженица Аркадия прекрасно с ней справляется. Как видите, вот начало сентября. Уже ягода готова, при этом я показывала 2 недели назад, уже ее можно было есть. То есть нагрузка, с этой нагрузкой куст справляется великолепно. Здесь у нас интрига ранее. Это ее первое плодоношение, 3-й год кусту, и, в общем-то, это все ее сигнальные грозди. Тоже я ее уже вам показывала 2 недели назад. Сейчас ягода уже полностью готова, так же, как и у Аркадии. У нее срок созревания 120 дней, начало сентября, все. Все уже можно кушать, и все уже готово. По размеру ягод тут тоже ягода крупная и гроздь крупная. Ну, понятно, что гроздь будет гораздо больше, когда данный куст войдет уже в полноценное плодоношение. По вкусу ягода очень приятная, очень сочная и имеет такой легкий вишневый аромат, приятное послевкусие. Хорошая сила роста. Смотрите, побеги уже практически до верха вызрели. Не подвергается особо никаким болезням. Сорт очень приятный, очень хороший. Здесь у нас красавица Лора. Ну что про нее можно сказать? Грозди прямо как в магазине или на картинах художников. Посмотрите. Ну вес, я думаю, что килограмма, может больше. Ягода очень плотная. Она уже готова. Ягода видно, что желтенькая. Сладкая, вкусная, хрустящая. Характерная особенность Лоры. Лора может долго висеть на кустах и хорошо хранить. Ну, конечно, если вы хотите закладывать ягоду на хранение, то не надо ждать там октября-ноября. Снимите ее чуть раньше, тогда она храниться будет лучше. Сорт женский, но при этом, особенно с возрастом, у нее это второе полноценное плодоношение. В принципе, куст довольно молодой, но тем не менее с каждым годом он становится все лучше и лучше и лучше. Ничего в этом году не вырезали, не убирали. Она прекрасно опылилась. Но если Лора опыляется не очень, вы вырезаете аккуратненько неопыленные ягодки, и тогда все остальные, они добирают свою массу и формируют вот такую красивую, интересную гроздь. Кроме того, чем еще хороша Лора? Она прекрасно выдерживает нагрузку. В этом году мы оставили 40 голосков. Но видите, по одной грозди на побег, здесь килограмм будет, а может и больше. Покажем потом на весах. То есть, ну, понятно, что не, пусть не каждая гроздь такая будет чуть меньше, но 30-40 килограмм получить с куста для данного сорта более чем реально. При этом вон и лоза уже вызрела, и не болеет особо. Шикарный, стабильный сорт. При этом она не трещит, ни осы ее не поедают. Никаких с ней проблем не возникает вообще. И вот, опять же, повторюсь, начало сентября в условиях Минской области виноград полностью готов к тому, чтобы быть употребленным. Это у нас тассон. Первое плодоношение. Вот такие сигнальные грозди. Ну, я думаю, что вот это грамм 300. Понятно, что она не вся здесь такая. Уже готов.
красивая, аккуратненькая ягодка, хрустящая, приятная на вкус, с легким оттенком муската. Здесь у нас сеня, третий год кусту, первый урожай. Ну, как видите, вот он, какой у него первый сигнальный урожай. Ну, там еще больше гроздей, единственное, его защищали от ос, вроде бы и кожица такая довольно плотная, но тем не менее осе очень понравилось. Но с другой стороны, если виноград нравится осе, это говорит о том, что он очень вкусный и хороший. Сеня относится к ультраранним сортам. 95-100 дней срок созревания. Ну, поскольку первое плодоношение, хотя он уже давно готов. Вот пока еще висит, мог бы быть готов немножко раньше, когда уже куст войдет в полноценное плодоношение. Уже начинает и гребешок созревать, и лоза созревать. Особо никаких болезней, ничего. Вкус очень приятный. И легкий аромат, хрустящая ягодка. Сладкая, но не приторная. Вкусный, красивый, ароматный. Это у нас красотка. Но в этом году красотка немножко подвела, несколько загорошила. И в прошлом году мы ее снимали уже в конце августа, в этом году вот чуть позже. Но дело в том, что у нас здесь переформировка шпалеры, все очень загущено. Ввиду этого получилось, что немножко данный сорт пострадал. Красиво, очень визуально. Вот переход такой вот здесь, конечно, эта гроздь не очень полноценная, но здесь виден именно переход цвета в ягоде от розового к темно-фиолетовому. Ну, это уже больше вызрело, эта гроздь уже готова. Очень приятная на вкус. Такой, наверное, можно этот вкус сравнить, может быть, с венгерской сливой. Какая-то терпкость. Сложно описать, но очень-очень приятный. Ягодка хрустящая, сладкая, в меру сладкая. Ну, конечно, визуально она тоже красивая. Единственное, что в этом году, ну, сами виноваты. То есть сами создали такие условия, когда виноград показал себя не в полной красе. Это у нас сфинкс, тоже в этом году по каким-то причинам загорошил. Но дело в том, что тоже во время опыления было очень жарко. И заметили, что даже, например, в тот год, когда во время цветения шли дожди, виноград опыляется чуть лучше, чем тогда, когда сухо, но очень жарко. То есть, наверное, определенные погодные условия тоже влияют. Но, тем не менее, я думаю, что грамм 400, может, и 500 эта гроздь потянет. Ягода та, которая крупная, хорошая и крупная. И что характерно, он когда начинал созревать, он уже окрасился, ягодка была вот такая вот мелкая. И мы думали, что ну как-то совсем подкачал. Но потом стал ягоду наливать, наливать и наливать. Ну, в итоге налил во вполне себе презентабельную гроздь. Конечно, можно было бы и лучше, но, тем не менее, тоже неплохой результат. Ягода хрустящая. Для понимания, наверное, вот тот синий виноград, который у нас продается в сезон, приблизительно вот такой же по вкусу, ну, когда он хороший, вызревший, сладкий. То есть сладкий, хорошая такая гармония с кислинкой, ягода очень хрустящая, очень приятная. Ну, посмотрите, она довольно крупная. Довольно крупная, красивая. Лоза уже вызревает. До середины побега уже готова. Ну что ж, на сегодня это все, что мы хотели вам показать. Конечно, это еще не все сорта, которые у нас есть на участке, и будет еще один выпуск уже по более поздним сортам, да, покажем результаты, которые у нас в теплице, и покажем еще парочку сортов, которые растут на улице. Но это будет чуть попозже. На сегодня мы показали вам все, что уже готово в этот момент, может быть, съедено, либо употреблено в каком-то другом виде. Ну, конечно, напоследок, что бы еще хотела сказать, выделить каких-то лидеров. Конечно, все сорта, которые мы выбирали для себя, мы выбирали тщательно, по определенным критериям, но, тем не менее, из того, что вы сегодня увидели, можно выделить тройку лидеров. Конечно, это Аладдин. Что красивый, что неприхотливый, что урожайный, что вкусный, все при нем. Это, конечно же, Аркадия. Тоже и вкусная, и красивая, и потрясающе урожайная, и потрясающе неприхотливая. Старый проверенный сорт, довольно известный всем. Сказать, что мы ей довольны, наверное, слова «довольно» будет мало. Очень довольны. И, конечно, это Лора. Тоже и созревает, и хороший результат.
и абсолютно неприхотливо в уходе, то тоже все при ней. По остальным сортам более-менее плюсы-минусы я вам сегодня расписала, показала. Ну а дальше будем наблюдать и смотреть, как они себя будут проявлять, как они себя будут показывать в дальнейшем. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. И под роликом, нажав кнопку «Еще», будут мои контакты и будет ссылка на наш сайт с полным ассортиментом сортов, которые у нас растут. И до новых встреч. Пока!